музыканты, которые выступают на сцене фестиваля Spirit of Tengri, это очень высокие профессионалы, которые являются беспрекословными авторитетами в музыкальном мире в своем стиле. Они являются участниками всех крупнейших фестивалей в стиле этноволд, которые проходят в мире. И они с удовольствием приезжают к нам. В Казахстане рождается огромное количество проектов. Экономических, финансовых и прочих. Есть спортивные проекты. А культурных проектов, таких, которые, по которым бы могли бы узнавать страну, их нет. Вот наша задача — вывести фестиваль Spirit of Tengri на международный уровень. И не случайно, что мы объединяем в Казахстане участников из стран огромного евразийского пространства, и теперь к нам присоединяются уже и другие страны из Европы и из той же самой Америки. Это очень символично, что Казахстан объединяет культурно и духовно разные страны. Это большое счастье для нас, потому что мы открыли сам международный фестиваль The Spirit of Tengri. Конечно, наши эмоции сейчас переполняют, потому что мы наряду с такими известными музыкантами, как Радик Тулюш, как Чилтыз, как группа Аргамак, выступали на одном уровне и на одной сцене. Я к горловому пению подходила абсолютно так же, изучая его. Я не считаю, что это что-то сверхсложное. Я считаю, что это один из инструментов, который просто был потерян в течение некоторого времени, да, что не пользуется такой большой популярностью. На самом деле это наше традиционное пение. И, наверное, тут сыграли уже моя генетическая память, что мне помогли быстро овладеть этим видом горлового пения. И как-то оказалось так, что пока я единственная женщина в Казахстане, которая представляет этот вид пения. Этот вот взаимообмен, отдача, там, когда ты отдаешь и тебе отдается это самое ценное, что ни на есть вот на этом фестивале, на всех фестивалях, но особенно на этом казахском фестивале. Почему? Потому что наши братские народы, они издревле вот так-то дружили, и слава богу, что в современном мире, в современном обществе, когда во всем мире непонятно, что творится, да, наши народы сумели сохранить вот эту дружбу. Фестиваль растет, действительно растет. Рост колоссальный, то есть уже они старт начали, так скажем, с должного уровня, но сейчас это как вот корабль назовешь, так и поплывет, говорят же, да, вот назвали его и дали сразу ему такой этот лайнер такой целый, да, название. Вот, и он сейчас плывет и набирает только обороты. Публика заряжает энергией, конечно. Мы тоже стараемся их заряжать. Такой обмен такой энергиями происходит всегда. Вот. Это всегда на всем концерте, обычно на фестивалях еще больше. И такой фестиваль, как Spirit Tengri, такой добрый, позитивный, всегда дает нам хорошую энергию, хорошее настроение для дальнейшего творчества. Музыка, которая зиждется на традиции, работает с действительностью, с модерном, и делает вот этим как раз будущее. А Тенгри, вот это и есть фестиваль для этого, один из хороших фестивалей. И их немного таких хороших фестивалей. И это с моей с точки зрения многих, это музыка будущего, которая уже пришла. То есть работать над корнями, традициями, их сохранять как сердце свое. Всегда уже как бы традиционно очень хорошо встречают, очень эмоционально. Тут танцевать не устанешь, хоть целый день танцуй перед такой публикой, невозможно устать просто. Очень классные эмоции, фестиваль отличный, ребята вообще выступают все очень здорово. Всех тюрков, короче, поддерживаю, всех, кто сегодня участвует.
Көк бөрі, алға! Это же народные, национальные песни, которые надо слушать и потом уже обсуждать, стремиться к чему-то интересному. Ешахэн, Spirit of Tengri!